Готовлю ароматный вкусный плов на выходные из булгура. А что вы хотите приготовить в свой выходной день? Расскажите мне. Мне очень интересно. Пока плов у нас настаивается, мы приготовим вот такой вот легкий салат. Корейский ачучак называется. Вот здесь вот я нарезала один кабачок, засыпала тоненько, засыпала его солью. Мне нужно, чтобы он просолился. И дал сок. Через минут 5, когда они постояли, мы с вами берем, тут, в принципе, уже и так вода, мы с вами берем, их отжимаем. И складываем рядышком пока. Нам нужно так отжать все кабачки. Нарезаем мелко листья салата и острый перец и складываем в чистую кастрюльку. Также мелко нарезаем острый перец. И тоже добавляем салат. Приступим к нарезке помидоров. Помидоры нарезали. Добавляем их в тарелку. Добавляем столовую ложку сюда яблочного уксуса. Кабачки. Добавляем. Вот так вот встряхиваем несколько раз. Пусть постоит, потом еще встряхиваем. Никакого масла мы сюда с вами не добавляем. И специи у нас здесь острый перец красный и соль, которая, в которой были посолены и замаринованы кабачки. Еще раз вот так мы с вами перемешиваем, встряхиваем. Салат готов, можно накрывать на стол. Вот такой у нас с вами получился ароматный плов из булгура, очень ароматный. И вот такой вот свежий салат ачучак. Хрустящий, остренький, с кабачком. Всем приятного аппетита!